Для начала я бы хотела бы поблагодарить человека, который здесь сидит в зале, и благодаря кому я пришла в ритейл. Это мой первый наставник Гульхумор Пулатова. Прошу поаплодировать ей. Я могу сказать, что я не единственный из ее учеников. Она реально очень классный наставник, очень много показывала, как операционки и стратегически развиваться. Это тот человек, который меня привел в ритейл. А теперь начну с того, что спасибо, Наргиза, вы прям показали то, что вот у всех болит, особенно у нас, через что мы сейчас проходим. А моей компании, в которой я работаю, «Магнит Средней Азии», всего лишь полтора годика, да, как мы появились в сети. И представьте компанию, которая прихожу первый день в марте месяце, а у меня открытие в апреле, офис на 30 человек, всего лишь 8 человек работают и говорят: «Открывай». Ну и начинаем эту всю деятельность. И я сейчас хочу вам показать, да, по сравнению с теми, кто сейчас присутствует, мы еще маленькие дети, мы встаем, мы идем на ваш путь, мы пытаемся, как бы мы падаем, встаем, как маленький ребенок. Но при этом у нас есть большой брат, который за нами прям строго следит, у которого большой успех и хочет, чтобы мы были на них похожи. Можно ролик на экран? Это Рано. 1 марта Рано приняли на работу в самый первый магазин М-косметик продавцом-консультантом. До открытия магазина в Черчике Рано вместе со своими коллегами начала познавать процесс ритейла. Рано демонстрировала успехи в обучении и уже 26 апреля на открытии магазина стала товароведом. К началу лета 2022 года руководство компании стало замечать успехи Рано, и было объявлено о том, что в ней видят нового директора МК «Навруз». 1 июля 2022 года Рано Бердыкулова возглавила черчикский магазин «М-косметик». Сегодня «М-косметик» — это место для работы, роста и развития. Строим карьеру вместе с «М-косметик». Спасибо большое. Ролик мы не досняли. Я бы хотела показать, что Рано — это не вымышленный герой. Она сейчас находится в зале. Это наш амбассадор. На сегодняшний день она у нас супервайзер. Рано, хлопаем вам. Спасибо вам большое. А теперь расскажу, как. Ну, запуск магазина с новым форматом — это наш вызов в Узбекистане. Применю слова Антуана де Сент-Экзюпери. Если хотите построить корабль, не призывайте людей собирать лес, разделять труд и отдавать приказы. Вместо этого научиться тосковать по огромному бесконечному морю. Ну что, наше начальное действие — это из группы людей образовать команду и общие цели, ценности направить их всех туда, куда мы движемся, почему мы здесь собрались и почему ты с нами. Объяснить вот первым нашим людям, которые мы привели в команду, образовать с них, потому что они сейчас являются нашими амбассадорами. Следующий слайд, если можно. Ну и как план, да, конечно, за полтора месяца открыть магазин, обучить людей. Это план, что и говорить, был превосходный, простой и ясный, лучше не придумать. Недостаток у него был только один, было совершенно неизвестно, как привести его в исполнение. Причем потому что наш формат магазина, он имеет в себе особенность, что там нужна консультация. Ну, какие задачи перед нами стояли? Это быстрая адаптация новичка в должности, оперативное обучение по ассортименту позиций, регулярная отчетность по обучению и повышение уровня знаний и скорости обучения. Что мы сделали? Мы, конечно, интегрировали нашего большого брата. Здравствуйте, Денис Сергеевич, наш генеральный директор. Что мы сделали? Мы адаптировали, интегрировали нашу платформу Magnum, которая есть в Большом Магните, но перед нами стояла задача адаптировать все обучающие материалы, заливать в систему, чтобы обучать в скоростном режиме сотрудников. Позвали их в офис. Оно координировалось параллельно вместе с офлайн и онлайн режимом. И, насколько вы видите, учебный курс у нас, эффективность, она очень хорошо показала. И если вы видите, какие мы разделы туда ввели в эту систему, за короткий срок средства по уходу за волосами, постоянное обновление этого контента и параллельно аттестация этих сотрудников, тестирование. На сегодняшний день, можно следующий слайд, на сегодняшний день результат, к чему мы пришли. Мы открыли школы-магазины, потому что, как вы понимаете, у нас на сегодняшний день уже 45
торговых точек. Где-то в Черчике, в Андижане, в Намангане, в Фергане. И скоро еще будет еще несколько регионов. И вы понимаете, постоянно привозить их в Ташкент и обучать, это, конечно, накладно. Поэтому мы решили открыть школы-магазины. И, конечно же, команду наставников. Про наставничество у меня следующее уже будет как бы выступление. По нему мы тоже уже есть первые как бы наши фишечки по победе. И что мы получили в итоге? Программа наставничества внедрена. Развитие и повышение своего профессионального уровня для наставника у нас уже первый этап пройден с нашими амбассадорами. Для новичка мы сделали комфортный и быстрый ввод в должность. Для команды магазина новый полноценный сотрудник за короткие сроки и равномерное распределение нагрузки на персонал магазина. Для компании, конечно, высокие показатели. Мы сэкономили на трансфере сотрудников в период адаптации, и закрепление знаний было уже на месте. Можно следующий слайд? В период адаптации сократился у нас с 4 до 2 месяцев, и снижение ФОД в период адаптации идет. Микрообучение, повышение уровня знаний сотрудников, он сервис и продаж. Да, мы над этим работаем. Еще не полноценно у нас как бы это все завершено. Сейчас мы идем в процесс того, что хотим сделать лучше контент, доступнее, потому что сотрудники у нас в магазинах сейчас получили специальное такое приложение, где они могут в телефоне его уже загружать и свободное от работы время изучать весь контент, который у нас туда заливается. Ну, можно последний слайд. Объединяться вместе – это начало, быть вместе – это прогресс. Ну и работать вместе – это успех, как сказал Генри Форд. Будут вопросы, я открыта. Спасибо большое за внимание.